Внимание на нарушителей. В Магнитогорске всю минувшую неделю проходила операция «Тоннель». Ежедневно на дорогах города дежурили десятки экипажей, в основном в вечернее время. Одна из массовых проверок состоялась на проспекте Карла Маркса. Методика включает в себя отсекание потока транспортных средств на заранее выделенную полосу для движения. Таким образом, проверяется 100% водителей, управляющих транспортными средствами, выявляются наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортными средствами без права управления, либо лишенными такого права. Так, среди частых нарушений – управление автомобилем в нетрезвом виде. Всего с начала года было выявлено 643 таких факта. К слову, наряду с протоколом о нарушении ПДД могут выписать и штраф за нарушение самоизоляции, пояснили в ГИБДД. В целом, с начала года в Магнитогорске произошло более 1800 ДТП, 80 из них с пострадавшими, 5 человек погибли, 85 получили ранения, в том числе 11 детей.